Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами Климов Вячеслав, город Киев, Украина. Мы сейчас с вами находимся возле метро Контрактовая, и я предлагаю вместе с вами сейчас пройтись от метро Контрактовая до магазина «Розетка», который находится на Подоле. Это у нас с вами будет очередная серия прогулки по Киеву. Ну, чего бы нам с вами в такой осенний день не прогуляться по Подолу, да? Ну, заодно посмотрите, как сейчас в Киеве живут рядовые люди, потому что эта съемка будет реал-тайм, вот. Ну, как-то так. Да, забыл сказать, что иду я в Киев за... Извините, иду я в магазин «Розетка» за карты памяти 64 гигабайта для моей камеры GoPro, потому что потребовалась большая память. Конечно, жалко, потому что стоит она 655 гривен. Дорого, конечно, 24 доллара, но ничего не сделаешь. Хочешь снимать — люби и денежки платить. Ну что ж, вперед. Вот метро Контрактовая, и от нее мы прямо идем дальше. Вот сейчас с этой стороны вы можете видеть фирменный магазин «Рошен». Надо пойти, наверное, купить патриотическую шоколадку на всякий случай, а то мало ли, красивенький такой. Ну, надо сказать, что, вы знаете, тортики «Рошен» действительно реально вкусные. Я их иногда покупаю, ну, ничего такого. В общем-то, ну, неплохо, кушать можно. Вот у нас такой курс доллара сейчас в Киеве. Недавно, кстати, последнее время получили мы кредит МВФ страна, поэтому курс доллара немножко упал. Ну, это каждый раз такое происходит. Как кредит получаем, так курс доллара немножко падает. Идти где-то до магазина минут 20 примерно. О, вот там есть такая классная картинка. Давайте пойдем туда, подойдем, посмотрим. Такая аутентичная украинская. Глянем, что оно такое. Кстати, запись звука сейчас идет через петличный микрофон, о котором у меня сделан обзор. А запись видео идет через стабилизатор FIU. Вот, обратите внимание, какая интересная такая национально-украинская идея. Ну, мы немножко отклонились, в принципе, нам обратно. Давайте пройдем обратно. И я обычно дворами иду в магазин «Розетка». Можно заказать доставку, в принципе. Доставка стоит 35 гривен. Ну, как правило, у меня это повод и прогуляться заодно немножко, потому что компьютер мой враг мой. Честно говоря, обработка фото и видеоматериалов занимает очень много времени. Вот, и портит глазки. Поэтому любая возможность, скажем так, прогуляться, я ее использую, или прокатиться на велосипеде. Очень даже приятно, иногда что-то интересное видишь такое. Вот сейчас я покажу, куда мы идем. Камера медленно разворачивается. И мы с вами идем в эту арку. Вот тут такая наверху интересная вывеска. Называется «Ресторация міста Лева». Такой львовский вариант. Продолжаем движение, выходим в арку. Так, ага, вон у нас справа акция «Свобода» идет. Ну, по старой, знаете, привычке, я всегда эти акции, любые причем, обхожу стороной. Вот, не хочу даже на эту тему говорить. Ну, посмотреть вы посмотрите, что к чему народ снимает. Можем даже поближе подойти. Вот, милиция стоит, охраняет. Плакаты у них стоят. Давайте ближе подойдем. Раз милиция стоит, все будет нормально. Вот мы видим флаги правого сектора, флаги вместе с вами «Свободы». Давайте пойдем дальше.
Все-таки у нас не политический митинг, да? А мы с вами идем в магазин «Розетку». Ну вот давайте будем туда идти. Значит, теперь нам нужно пройти. Вот дальше вы видите, будет впереди, будет второй выход из метро. Я обычно, когда иду, я обычно выхожу вот сюда, именно в этот выход, потому что отсюда удобнее идти. Вот, и через... Вот сейчас пропустим машину, которая едет, пусть проедет. Ага, она остановилась. И мы видим с вами пузатую хату. Кстати, раньше я частенько сюда заходил, в эту пузатую хату, в магазин. Это не магазин, точнее, а харчевня, ну такая, недорогая. Была она достаточно такая, ну скажем, распространенная. Вот. А потом цены очень сильно поднялись и уменьшились порции. То есть там насыпают буквально по граммам. Ну я перестал туда ходить, потому что, чтобы накушаться сейчас, ну, реально надо потратить где-то гривен, ну, чтобы не собрать 150, это так, первое, второе, третье компот, знаете. А 150 гривен сейчас, это курс 27, ну, сами посчитайте. Вон такое здание построили огромное, красивое, и тут идет, впереди вы видите трамвайная остановка. Ну, а нам нужно направо, мы с вами идем, и... Нам нужно до перекрестки, на перекрестке мы поворачиваем налево. И там у нас еще надо будет пройти какое-то количество времени. Вот. И будет наш магазин «Розетка». Кстати, меня часто спрашивают, почему... Вот тут, видите, такие еще остались частично подольские дворики. Еврейско-подольские, потому что... Ну, раньше очень много было евреев на Подоле. После войны, конечно, их стало меньше. Вот. Но такой колорит еще одесско-еврейский тут остался. Да, так что я хотел сказать. Почему именно «Розетка», как бы, вот почему именно этот магазин, когда много других магазинов? Ну, на самом деле, я очень давно покупаю в «Розетке». Это не реклама, ну, просто рассказ. Вот, идеализировать этот магазин не стоит. У нас зеленый свет, и вот переключает рельсы. Видите, палочкой. Все как у дедушек. Ага. Ну давайте немножко подождем, потому что 54 секунды осталось красного света. Чуть-чуть подождем. Наверное, мы ж законопослушные граждане Украины. И не будем перебегать дорогу на красный свет. Ну, пока тайм-аут. Вот, переходим дорогу. Такие еще колоритные домики, знаете, остались старинные, кирпичные. Нам прямо. И ориентир, вот Евразия. Такая кафешка, типа японская кухня. Ну, как-то зашел, честно говоря, я снимал свадьбу и зашел... Пригласили меня в мафию, это суши. Ну, не знаю, конечно, на вкус и цвет все это фломастеры разные, но, как по мне, гадость редкая. То есть это суши у меня встало поперек горла буквально, ну, наверное, на четвертом или пятом куске. И что интересно, я попросил чай, чая у них не было. То есть пришлось вот этот вот рис запивать водой. Прошу прощения, у меня закончилась почему-то батарейка, хотя оригинальная, GoPro-шная. И пришлось ее остановиться, поменять. Да, так вот, про вот эти суши, ну, как бы на вкус и цвет все фломастеры разные, но я перестал их кушать. О, а вот еще один такой дворик. Давайте попробуем для интереса просто сюда пройти, посмотреть, что здесь и как здесь. Ага. Ну, вот такой подольский дворик, тут куча стоит машин, понятно, сейчас это все... Облюбована куча фирм.
Здесь нотариус. Ну, вот такие интересные еще здания. Видите, тут еще остались такого плана. Хотя их уже все меньше и меньше, надо сказать. Ага. Вот, видите, предупреждение. Вот так вот. Так что не верьте во всякие секты, уважаемые зрители, целее будете. Ну, давайте пойдем вперед. Значит, тут была такая кафешка в украинском стиле, но, видимо, она не выдержала конкуренции. А вот и я отражаюсь в зеркале. Хай, привет, ребята из Киева. Идем дальше. Нас ждет магазин «Розетка» и карточка памяти на 64 гигабайта. А вот у нас с вами Подильская цирюльня. Видите, тут можете прийти, подстричься красивенько, навести марафет. Вообще, я в этом районе бываю достаточно редко, как бы. В основном как-то не заносит меня сюда. И вот сейчас подниму камеру. Если видно, да, вон улица, написано улица Волоська, улица Волошская. И нам нужно как бы туда, на улицу Волошскую. Давайте повернем и пойдем дальше. Ну, вот сейчас мы с вами повернули и идем на улицу Волошской. По улице Волошской. Здесь много очень таких красивых новостроек. Ну, хотя и хватает, конечно, старых зданий тоже. Двориков всевозможных. Ну, вот типа такого дворика. Ну, заходить мы не будем, в принципе. Они все в основном одинаковые. И по вот этой улице Волошской нам нужно пройти примерно метров 300. И будет магазин «Розетка». Вот, да, так почему тогда, видите, иду, просто рассказываю вам про эту «Розетку». Я там давно покупаю всякие вещи, электронные карты памяти, там всякие преобразователи, иногда фильтры. Чем мне нравится «Розетка»? Там очень хороший, ну, для Украины, конечно, очень хороший сервис. То есть что-то, если сломалось, то можно прийти и поменять. И все это более-менее в каком-то таком европейском приятном уровне. Ну, вариант «давать деньги, пошел нафиг» там нету. Вот у меня сломался роутер мой Wi-Fi. Я принес чек, гарантия, и да, они честно берут неделю на то, что проверяют. Ну, если не по твоей вине, если ты туда там таракана не засунул или воды не налил, то они честно меняют какой-то гаджет. И вот этот роутер мне поменяли. И поэтому все какие-то важные вещи я стараюсь покупать там. Вот, потому что как-то они держат марку более-менее. Вот. Ну, сегодня у нас получается пятница, время приблизительно половина 11 утра. Видите, не очень как бы многолюдно. Ну и в Киеве у нас резко почему-то похолодало. Буквально неделю назад еще девчонки ходили в мини-юбках. А сейчас уже все как бы одевают высокие сапожки. Но верх мужик тоже голенький. Ну, это симпатично посмотреть, конечно. Но они для того это и делают, чтобы мы мужики смотрели, правда? Так, переходим на переход. И вот, уважаемые зрители, нам вперед. Вперед еще нужно пройти метров 200. И будет наша «Розетка», где я куплю карту памяти. Забыл сказать, какую карту памяти для GoPro надо. Ну, в общем, GoPro — это как бы с картами памяти вещь в себе. То есть у меня, например,
есть карты памяти, вообще как бы дешевая одна, которая мне досталась в комплекте по скидке. Я даже название его не помню, какая-то типа No Name, 16 гигов, она работает. Но вообще GoPro-хи, они очень капризные в этом плане. И лучше покупать хорошую карту, то есть покупать карту SanDisk Extreme. И вот этот SanDisk на 64 гига, есть шанс, что она будет работать. У меня на моих коптерных политушках было такое, что частенько, даже три раза была карта памяти, и она у меня тупо заглючивала перед началом съемок. Пришлось доставать, причем не помогало ничего. Помогало только форматирование, полное форматирование в компьютере. Только тогда она начинала работать. Причем, что интересно, это форматирование было не один и не два раза. То есть первый раз она у меня сразу начала работать. Вот. После форматирования. А второй раз мне пришлось ее форматировать три раза. Именно в компьютере, именно полный формат, для того, чтобы как бы она у меня вдруг в GoPro начала работать. Ну вот так, знаете, вот just because, потому что давайте перейдем улицу. Нас вежливые водители, наверное, пропустят, я так думаю, да. Или видят камеру в моих руках, пропускают. Ну, неважно, главное, что пропустили. Давайте еще раз перейдем. И вот тут старый такой дом с наскальной живописью, рекламы пива, желтая моча. Вот, и, в общем, поэтому теперь, если GoPro... У меня не самая последняя модель, у меня 3+, ну, ее более чем хватает, то лучше туда не жлобиться, пардон за мой французский, а купить карту памяти SanDisk или SanDisk Extreme. То есть есть шанс, что у вас в самый ответственный момент съемки она тупо не заглючит, потому что как-то я, у меня запасной не было, то ли она была забита, и я на дороге стоял, значит, надо лететь, время идет, а я стою как дурак с помытой шеей, и жду, пока у меня отформатируется, вместо того, чтобы с коптера снимать, жду, пока у меня отформатируется карта памяти в компьютере. А полный формат, это, ну, полчаса минимум, в лучшем случае, происходит. Ну вот давайте повернем теперь на ту сторону. Там у нас такие красивые дома. Вот, это уже новый подол, такие шикарные, хорошие. А впереди уже через 50 метров цель, наша цель, страхование знижки до 50%, понятно. Ну тут можно застраховался, и сразу анализы, кардиолог, терапевт, невролог, гинеколог. Не, пойдем дальше, все это счастье, к ним зайдешь, так без трусов останешься, я уже не говорю про штаны. А видите, какое строительство идет, вот там видно, то есть очень мощно застраивается подол. Ну, должен сказать, что застраивается хоть более-менее не по-уродски этими коробками, а какие-то здания красивые, хоть какую-то отделку они делают. Вот. Ну что, вот и мы и перешли, уважаемые зрители. Вот место расположения розетки. Такое непримечательное здание. И надпись вы сейчас видите. Сейчас я подниму камеру. Вот. www.rozetka.ua. Мы пришли. И, ну и все. В общем-то, цель достигнута. Ну что ж, уважаемые зрители, у нас с вами была коротенькая 20-минутная примерно прогулочка по Киеву от метро Контрактовая площадь к магазину «Розетка». Дальше я буду гулять и знакомить по Киеву с всякими интересными местами. Вот. Не забывайте подписаться на мой канал, ставьте лайки. И с вами был Клима Вячеслав, город Киев, Украина. До свидания.